Я же вам обещал, что будет новое видео. Ну вот это. Я достроил конь. Наконец-то. Нет, я так не могу. Мой внутренний перфекционист ругался на том, что я есть. Все, теперь я спокойный. Что-то не так. Я все ухудшил. Все. Можно идти за песочком. Ух. Вот песочек. Все. Добываем этот вот весь песочек. Ну как весь. Так, 4. 6. Ага. Этого песка мне должно хватить. Тыщ. Опа. Тыщ. Опа. И уй. Тыщ. Мне нужен камушек. И еще у меня есть идея насчет съемки каких-нибудь песен, я не знаю. Потому что у меня есть на примете несколько идей на съемку песен. Если вы напишите в комментариях, что можно попробовать, имба. Вот так испугался в лаве. Тут потому что по-другому не скажешь. Искупался. Короче. Я надеюсь... 3-4 каменных кирки мне хватит на то, чтобы сходить в шахту. Так, сучек. О, найс. Что там? Дыщ. Оба. Я кое-что понял. Все, мое сердце спокойнее. Итакс. Ну, хавчик я оставлю в инвентаре. А, нет, вот это я еще забыл. И вот это. Вот это. Нет, это я возьму сюда и пойду это поставлю. Вы. Дышь.
Подожди. Чего мне не хватает? Я понял. Бам. Идем в нашу шахту. А, и, кстати, я забыл вам сказать, если вы смотрите это видео и не посмотрели мое первое видео под названием Майнкрафт, то вы не поймете. Да, все настолько серьезно. Хотя бы кто-то заспавнится. О, пожарилось.
сейчас посплю. А. Я знаю, как надо прописать. Та-дам! Теперь я могу стоять на воздухе. Круто, да? Парни! Я зачем-то выдал себе барьеры, поставил их. Если не согласитесь, не соглашусь. Соглашайся быстро. У тебя другого варианта. Вот и все. Кстати. А если ты блогер, я тебе повторюсь, скинь мне ссылку, я лучше скинь мне свой номер, я скинь мне ссылку на свой этот канал, я в чате, в одном из чатов напишу свой номер. Угу, попереписываемся. Если у тебя есть Телеграм, тогда я скину свой ник в Телеграме. Дальнейшие действия, если ты не сможешь объяснить, как уже зарегистрироваться в этом дурацком Майнкрафте, то мы, может быть, снимем совместное видео. Угу. Я пока что буду продолжать копать железо. Короче, когда я найду еще железо, я включу запись. Окей? Окей. Я, конечно, железо не нашел, но я нашел бутылку. Негрский камень. Я его так обычно называю. А, это глубинный сланец. Почему не тапочек?
Почему не тапочек? Почему именно сланец? Почему глубинный? Если высота всего лишь минус 9. Бум. Смотрите, прикольно, если я спускаю сюда, то у меня чернеют края экрана. Себе. Вот так нехорски. Даже мой телефон не горит из-за него. Чего? Откуда тут камень? Чего? Странно. Даже когда копался, я был ниже. Чего? Поверхность. Чего? Следующий день? Каким-то боком. Каким-то боком следующий день. Я не понимаю. Почему мне мирно? Я же ставил легко. Дерево созрело. Тун-ти-тун. Сейчас я добуду это дерево. И я заменю потом все свои обычные доски на доски темного дуба, вот этого большого темного дуба. Пора в дом. Спать. Быстренько. Спать. Чик. Фух, так. Чик. Оба. Это твой железный круток. Чего? Нет, не все. Чего?
копцы. Следующее видео будет потом.